Наш проект «Между двух Иберий» уже был представлен в нескольких университетах Испании и Португалии. Имеем положительные отзывы из Оксфорда и Кембриджа, например. Но вот академические круги страны Басков, в частности, Центр баскских исследований при университете Деусто, остаются глухими к нашим предложениям по сотрудничеству. Наш проект доказал, что вся доримская Испания говорила на языках, крайне похожих на баский. И понять баскских профессоров казалось бы сложно. Но это только если не знать ужасов истинной академической парадигмы в мире. Проект «Между двух Иберий» был представлен в университетах Кастельона, Валенсии, Гранады, Лиссабона, Варшавы, Тбилиси. Единственным местом, куда пока он не имеет доступа, являются университеты страны Басков. Местным историкам и лингвистам по какой-то причине не нравится тот исторический факт, что вся древняя Испания говорила практически на языке басков, что вся Испания, в том числе и сегодняшняя, укрыта исключительно баскскими топонимами. Например, огромное количество баскских топонимов вы найдете в Андалусии. Не нравится тот факт, что баскский язык имеет однозначно картвельское происхождение, о чем свидетельствует список баско-грузинских соответствий, предложенный нашим проектом, проектом «Между двух Иберий». Вот, и самое интересное, баски не готовы воспринимать баскскую этимологию такого слова, как Мадрид. А мы пока докажем на ваших глазах баскское происхождение названия Мадрид. С одной стороны, это продемонстрирует весомость нашего проекта, а с другой, задаст вопросы без ответов как Мадриду, так и баскам. Слово «Мадариди» в значении «грушовый сад» в баском словаре, честно скажем, нашел испанский ученый из Сории Родриго Мора. Он же в своей статье привел цитату из испанского поэта 13 столетия Гонсало Бертео, который свидетельствовал, что в его времена Мадрид населяли баскоязычные люди. Итак, чтобы поставить точку в этой головокружительной версии, нужно доказать, что район Мадрида был средоточием грушовых садов. Если набрать в Google Maps слово «Perales», то есть «грушовые сады» по-испански, то наибольшую концентрацию таких топонимов вы увидите именно возле Мадрида. Карта картой, но самым впечатляющим было бы поехать и найти эти самые мадридские «Пералесы», которые доказывают баское происхождение испанской столицы, которую баски ненавидят, кстати. Вспомните комедию «8 каталонских фамилий». ¿Y ahora qué? ¿Por qué para aquí? Porque hemos llegado a Madrid. ¿A Madrid? ¿Pero por qué? ¿Por qué para en Madrid? Vamos a ver, porque hay que cambiar de tren, que es un transbordo. ¡Shh! ¡Quieto ahí! ¡Nada de transbordaciones! Un vasco como Dios manda no pisa Madrid. ¿Y usted qué mira? ¿Es que nunca ha visto un vasco con fundamentos o qué? Madrid платит такой же нелюбовью, хотя мадридцы – это такие же баски, только забывшие родной язык и перешедшие на вульгарную латынь, известную сегодня как испанский язык. Первый Пералес находим на запад от Мадрида. Это Вильянуэва де Пералес, которая еще и стоит на реке с названием Пералес. И да, это недалеко от Мадрида, километрах в 20. Именно тут до недавнего времени был еще один Пералес – Пералес де Мия. Но сегодня о нем не помнят даже в соседнем городке Кихорна. Итак, за вторым Пералесом мы едем в Хетафе, являющийся практически мадридским пригородом. Вот он, называется Пералес дель Рио, и да, снова очень близко от столицы. Третий Пералес, Пералес де Тахуня, это те же самые 20-25 километров на юго-восток от Мадрида в направлении Таранкона. Таким образом, Мадрид действительно окружен топонимами под названием Пералес, грушовые сады, что полностью соответствует баскскому слову Мадариди в значении грушовый сад. Вряд ли есть смысл напоминать, что Мадариди – это грузинский топоним Мадарети, то есть земля Мадари, а Мадари по-баски – это как раз есть груша. Мадридцы, вы – баски.
каталонцы. Самое ужасное то, что испанские этимологи даже не думают искать происхождение названия в баском словаре. А там есть шикарное слово «катало» в значении «овца», среди прочих. Да и название «Барселона» с высокой долей вероятности происходит от баского «барта», то есть дерево «бук». Если кого-то выбирать культурным символом страны басков, то немало шансов сесть на этот трон у аккордеониста и мультиинструменталиста из Бильбао по имени Кепа Хункера. Он не просто выдающийся композитор и аранжировщик, он еще и историограф баской музыки, дающий возможность заглянуть в древние времена и познать эстетику давно прошедших лет. Кепа, спасибо за эту возможность интервью. Не мог бы ты нам рассказать, в чем заключаются основные характеристики того, что известно в мире как баская музыка? Sí. Bueno, antes que nada agradeceros que tengáis este interés en nuestra cultura, en nuestra música, en nuestra gente, en nuestras costumbres. Прежде всего, спасибо за интерес к нашей культуре, к нашей музыке, к нашим традициям. Очень приятно. Меня к баской музыке приобщил дед, который играл на пандерете, и мама, которая танцевала с партнером, который играл на традиционном инструменте альбока. Entonces, yo en ese Bilbao industrial, yo soy del año 65, todavía en la dictadura. И я с рождения, а родился я при диктатуре в 1965 году, имел счастье слышать эти звуки. В школе тогда такого услышать было нельзя. На радио этого тоже не было. Все было спрятано в подполье, но мне повезло. В школе меня не хотели называть Кепа, меня называли Педро. Так что представь, если тебе не дают называться даже баским именем, доступ к баскому языку, к баской музыке был еще более затруднен. Когда я открыл для себя эту музыку, она меня покорила прежде всего на ритмическом уровне. Музыка очень ритмичная, очень веселая. У нас дома не было проигрывателя магнитофона, даже машины не было. И в этой пустыне ритм этой музыки меня захватил. Ритм, энергия. Мне было 8-9 лет. Эти ощущения я оценил через много лет. Creo que la península ibérica en general, por encima de las fronteras que cada uno además tiene. Несмотря на то, что Иберийский полуостров изрисован границами, существует некое звучание, общее для всех. И здесь начинается узнаваемость. Например, со мной всегда рядом аккордеон и пандерета. И для многих друзей в мире это уже ассоциация с тем местом, откуда я родом. Интервью с Кепой состоялось перед его совместным выступлением в музыкально-спортивно-философском перформансе с Иньяки Перуреной, самым сильным баском, чемпионом в национальном виде спорта Харри Хасоци. Поднимание камней. Кепа играл на разных инструментах, а Иньяки показывал себя в качестве актера, поэта, певца и вообще многогранного представителя баскского народа. Gente como nosotros,
que podamos dedicar la vida profesionalmente, quiero decir profesionalmente no a nivel económico, sino de... Есть такие люди, как мы, профессионалы не в смысле зарабатывания этим на жизнь, а в смысле погружаться в это с головой. Aprender al manejo de un instrumento, a sacarle los matices, a poder hacer melodías, poder hacer proyectos. Благодаря этому мы и можем записывать альбомы, давать гастроли. И в моем творчестве я отталкиваюсь именно от тех импульсов, которые я испытал в жизни. Yo, por supuesto, cuando empecé a tocar la tiktisa, aprendí más o menos lo que se tocaba. И luego, como estaba en un grupo de edad de... Я хорошо знаю, что было сделано до меня. Стараюсь использовать достижения других в своем творчестве. Но при этом мне хочется и привносить свое. Repetir lo que habían hecho otros, pero a mí me apetecía poder aportar algo, ¿no? Из этой творческой потребности рождаются идеи, рождаются мелодии. Empecé también, claro, empiezas a ver un poco el mundo a nivel más grande, más global. Затем я стал смотреть на мир более широко и впитывать идеи людей, которые не относятся к моему непосредственному окружению. И все это я старался внедрять в свою работу. San Vicente del Raspey, perla de Alicante. Siempre a mí estas cosas me apetecen, ¿no? Y siempre intento, acepto estos retos de... Мне нравится делать такие вещи. Зимой я записываю диск с каталонским арфистом, где будет музыка всех трех каталонских провинций – Каталунии, Валенсии, Балиар, а также Л'Альгер на Сардинии. Потом другой проект с четырьмя известными аккордеонистами – финн, ирландец, два итальянца и я. Es experiencia muy interesante para nosotros grabar un disco con una persona. Расскажи о сотрудничестве с Чангус Пасюком, аргентинским аккордеонистом украинского происхождения, у которого мы брали интервью еще в 99 году. Sí, Чангус Пасюк, sí, sí. Пьяццола для меня всегда был одним из самых выдающихся композиторов 20 века. И когда я начал открывать для себя весь этот взрыв южноамериканской музыки, то открыл для себя и стиль чамаме Рауля Барбосу, Чангос Пасюка. Этот проект мы назвали «Mar de Fueyes» – «Море мехов». Мы сыграли его темы и мои. Это был замечательный опыт и большая честь для меня. We'll be right back.
Yo no pretendía tocar chamamé, y él tampoco pretendía tocar un фандаго como yo, ¿no? Я не претендовал на то, чтобы играть чамамэ как Чангу, а Чангу не претендовал на то, чтобы играть фандангу как я. El poder, no sé, porque ellos tienen un pulso que es muy difícil. Yo no lo podría copiar, me perdería, o sea, no sé. Por eso yo intento partir de lo que tengo alrededor y sí me interesan esos proyectos, pero intentando. Такие конденсы мне очень нравятся. У него очень сложный стиль. Его было бы очень сложно копировать. Обязательно что-то потеряешь. Extraordinario y luego hay que oírlo, ¿no? Hay que oír esa cadencia que tiene el chamamé y luego toda la historia, ¿no? Que te da envidia el no poder haberla vivido un poco más de primera mano, ¿no? Bueno, pero yo también, él tiene también... Такие проекты мне интересны, когда каждый привносит что-то свое. Чангу замечательный музыкант, и здорово получить такое впечатление от чамамэ из первых рук. Но он тоже знает наши ритмы, наши каденции, знает о той музыке, которая была спрятана во время диктатуры и которая потом вырвалась наружу. Это то, что estaba un poco escondido, pero que tenía, estaba ahí, ¿no? Mayor, mejor, peor, todo eso no está en mi cabeza, en mi cabeza creativa. Лучше, хуже, больше, меньше. Этих вещей нет в моей голове. Mejor, ni peor, ni nada, ni más guapa, ni más fea. Если человеку есть что сказать и что сделать, его ценность нельзя подсчитать. Hacer con su vida y expresar algo, para mí eso tiene un valor incalculable, para mí, por encima de los estereotipos, de las cosas que van formando. Es decir, la música clásica. Также для меня не существует таких стереотипов, как джаз, рок, поп, электронная музыка. O a mí, por ejemplo, a mí cuando me dicen música folclórica, yo les digo, no, si yo hago música folclórica. Мне говорят, что я играю фолк, но я играю просто музыку 21 века, а уже она предполагает и джаз, и рок, и все остальное. Jazz o de todo tomas algo como ser humano, ¿no? Porque el mundo para mí es algo... Мир для меня существует для облегчения восприятия вещей, а границы этому мешают. No le pongo una frontera. Mi madre tiene 85 años. El otro día tocó la pandereta, ¿no? Yo toco mejor la pandereta que mi madre, pero yo tengo una jerarquía hacia ella. Моей матери 85 лет, и она играет на пандерете. Я тоже играю, но мне никогда не придет в голову даже подумать, что я ее превзошел. Eso ya te he superado, no, eso no me sale. No me diría.
Entonces yo creo en la jerarquía de las épocas. Это иерархия эпох. Tiene muchísimo valor. Es decir, hay muchos jóvenes ahora que se pasan esa jerarquía. Молодые часто пытаются добиться многого, не отдавая дань уважения предыдущим поколениям. A los que vienen antes. Entonces, bueno, esperemos que seguro que nos encontraremos otra vez. Sí, claro. Y gracias a vosotros por... Спасибо, что вы приехали так издалека. A otras culturas que yo creo que es muy interesante y habla muy bien de vosotros, de... Иногда не получаешь такого внимания от людей, которые с тобой бок о бок живут. Y muchas veces aquí gente que está muy cercano no tiene ningún interés ni ninguna emoción. Eso para mí es... Это жизнь. Музыкальность басков выражается еще и в том, что Бильбао – это один из центров европейского танго, где регулярно проводятся фестивали. Но баски даже не представляют себе, что происходит слово «танго», вокруг этимологии которого не утихают споры, также и с их страны. В словаре баскового языка Кольда Мишелены танго – это пульс. При этом структура слова чисто баскская. Ибо «го» – это фирменный баский родительный суффикс. А мы возвращаемся от танцев и лингвистики к гастрономии, чтобы представить лучшие баские продукты в фирменной продуктовой корзине от проекта «Междвух Иберии». Центральным элементом баской продуктовой корзины, несомненно, будет сыр «Идиасабаль», обязательно с черной этикеткой, копченый, ну и, конечно, белый. Любой любитель Идиасабаля знает, что эти сыры должны идти парой. Продуктом номер два, а может быть и один, конечно же, будет вино Чаколи. Мы выбрали редкое сладкое Чаколи от бодеги Чомин Эчани. Другие бодеги сладкого Чаколи не производят. За самым лучшим баским сидром не поленитесь заехать в Эрнани, это рядом с Сан-Себастьяном. Там вам предложат либо Альсуэту, либо Берес-Яртуа, либо что-то еще не менее хорошее, с осадком, как и полагается настоящему сидру. Разумеется, гиндия де Ибарра, маленький зеленый перец, очень вкусный, который имеет свой собственный апелласьон. А на десерт фирменные баские сладости, которые Эдуардо Бискара делает в своей лаборатории в Бильбао. Инчаурсальса – это знаменитый баский ореховый крем, который баски едят на Новый год. А гаста труфак, сырные трюфели – это нечто вообще не поддающееся описанию. Отдельный разговор о соусе чимичури. Этот соус очень популярен в Аргентине, но, разумеется, также и в Испании, и производится в Испании. Во-первых, здесь в стране басков есть топоним чимичи. Во-вторых, это же слово чимичи, от которого, собственно, и происходит прилагательное чимичури, вы найдете в грузинском словаре, где оно обозначает солому, которая осталась после того, как убрали урожай. Именно на этой соломе жарили мясо, которое впоследствии получило название чимичури. Чимичури, прежде всего, это мясо. Под этим названием оно известно, жареное мясо, оно известно, например, в Коста-Рике. А уже потом от самого мяса значение перетекло на соус, с которым это мясо подается сегодня в Аргентине, а также
в Испании. Вот такая длинная этимологическая цепочка, которая объясняет грузинское происхождение, картвельское происхождение названия популярного соуса. Вот таким вышел наш рассказ про явные и скрытые жемчужины страны басков. Конечно, вам осталось еще много чего открывать самостоятельно. А мы оставляем эту древнейшую землю Испании и отправляемся в не менее прекрасную Кантабрию.